Студенческая масленица, национальные костюмы, музыка, конкурсы и традиционные угощения. Пятый год в Крымском федеральном университете празднуют проводы зимы. Каждый факультет представил свою творческую программу и блины. Их попробовала и наш корреспондент Виолетта Корничук. Вкусные запахи и звуки русской плясовой. На месте устоять невозможно. Масленица в Крымском федеральном молодежная, ароматная, заводная. Горячие, яркие, как солнышко, таких вкусностей здесь сотни на каждом столе. Их пекли сами студенты. Но только блинами удивить сложно, поэтому есть и частушки, и оригинальные номера. Такие же блины, классные, большие, хорошие. Факультет физической культуры и спорта. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Кто-то здесь впервые, а кто-то уже не первый год. Диана Фурцева учится на факультете славянской филологии и журналистики. Про масленицу знает все. От костюмов до инструментов. У нас есть бубны, ложки, балалайка. Также у нас есть венки, различные украшения. Факультеты соревнуются за самый красивый и вкусный стол. Кто-то берет количеством, кто-то разнообразием блюд. Все самодельное, только ручная работа. Кроме вкусных и самых разных блинов на столе каждого факультета и другие сладости. Конфеты, бублики, баранки и блюда разных национальностей. Около некоторых палаток можно увидеть вот такое чучело из соломы. Его сожгут, прощаясь зимой. А фишка студенческой масленицы – гадалка. Такие есть у каждой команды. Ой, гадаю, гадаю, вижу, вижу. Символ нынешнего года помогает. Сегодняшняя масленица будет в самом лучшем разгаре. Самые лучшие блины, самые лучшие конкурсы на нашем факультете биологии и химии. Я считаю, что это очень важно, поскольку это наш традиционный праздник, масленица. Мы знаем, насколько сегодня в информационном мейнстриме, так скажем, поддерживается тема не наших праздников, иностранных праздников. И вот таким образом в стенах нашего федерального университета мы отдаем дань традиции, при этом вовлекая наших студентов к таким нашим добрым, хорошим традиционным праздникам. Конкурсы, хороводы, спортивные соревнования. Студенческий разгуляй объединил филологов и биологов, химиков и математиков. Все физики и лирики вместе проводили зиму накануне Крымской весны. Виолетта Корничук, Артем Баранов, Новости 24.